Самым клубничным месяцем по-прежнему является июнь. Эти ягоды часто поставляются из Краснодара и Крыма и без проблем выдерживают конкуренцию с иностранными ягодами, побеждая их и по запаху, и по вкусовым качествам. Клубника – это не только любимое многими лакомство. Это настоящий кладезь фосфора, железа, марганца, калия, а также разных аминокислот и витаминов групп А, В, С и Е. В ягоде много клетчатки, которая самым положительным образом влияет на функции пищеварительной системы. Клетчатка необходима организму для здорового пищеварения, а клубника содержит около 2 грамм клетчатки на порцию. Нехватка клетчатки может привести к запорам и дивертикулиту, воспалению кишечника, что является проблемой практически для половины людей старше 60 лет. Клетчатка оказывает положительный эффект при диабете второго типа, так как она помогает замедлить поглощение сахара в крови. Эта вкусная ягода помогает бороться с лишним весом. Клубника низкокалорийная, порядка 28 килокалорий на порцию, обезжиренная и имеет низкое содержание сахара и натрия. Сахара в клубнике не более 4 грамм на порцию, а содержание углеводов меньше, чем в кусочке хлеба. Возьмите большую порцию клубники и замените ею привычную закуску, получив те же 100 калорий. Полезные свойства клубники распространяются и на почки с печенью. Вещества, входящие в ее состав, нормализуют концентрацию сахара в кровотоке, восстанавливают метаболизм, предотвращают преждевременное старение и разрушение клеток. Клубника полезна для глаз и может помочь предотвратить катаракту, помутнение хрусталика, которое может привести к слепоте. Нашим глазам необходим витамин С для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут разрушить белок в хрусталике. Он также способствует здоровью роговицы и сетчатки глаза. Существуют исследования, доказавшие отрицательное влияние витамина С на здоровье глаз, заключающиеся в повышении риска возникновения катаракты у женщин старше 65 лет. Однако это касается витамина, полученного из добавок, а не из свежих овощей и фруктов. У вас плохой холестерин? Ешьте клубнику. Болезни сердца относятся к числу ведущих причин смерти среди женщин, но, к счастью, клубника может помочь оздоровить сердце. Вещества, содержащиеся в клубнике, работают как антиоксиданты и нейтрализуют воздействие плохого холестерина, который забивает артерии. Кроме того, эти вещества уменьшают воспаление, что снижает риск возникновения болезни сердца и диабета. Клубника борется с морщинами. Да-да, витамин С, содержащийся в клубнике, оказывает положительный эффект и здесь, ведь он необходим для выработки коллагена, который улучшает эластичность кожи. С возрастом количество коллагена уменьшается, поэтому потребление продуктов, обогащенных витамином С, подарит здоровую и помолодевшую кожу. Помимо витамина С, в борьбе с морщинами помогает элаговая кислота, которая предотвращает разрушение коллагена и возникновение воспалений, которые отвечают за появление морщин из-за длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Клубника повышает иммунитет. Как мы уже поняли, клубника – отличный источник витамина С. Большинство млекопитающих, за исключением человека, обладают способностью вырабатывать витамин С естественным путем, поэтому для нас очень важно получать суточную норму витамина из потребляемых продуктов. Одна порция клубники содержит 51 мг витамина С, это примерно половина вашей суточной потребности. Возьмите двойную порцию, 2 стакана, и вы получите требуемое количество витамина С. Он необходим для повышения иммунитета, а также является мощным антиоксидантом. Антиоксиданты и фитохимические вещества, обнаруженные в клубнике, могут также помочь уменьшить воспаление суставов,
которая может вызвать артрит, а также привести к болезни сердца. Результаты исследования показали, что женщины, которые съедают не меньше 16 штук ягод в неделю, на 14% реже имеют повышенный уровень реактивного белка, который сигнализирует о наличии воспаления. Регулируют кровяное давление? Да, еще одним необходимым для здоровья сердца веществом является калий, который в порции клубники содержится около 134 мг. Калий помогает регулировать кровяное давление и даже может помочь снизить его, защищая от негативного воздействия натрия. Можно заключить, что клубнику можно назвать одним из самых полезных для здоровья сердца продуктом. Фолиевая кислота рекомендуется беременным или женщинам, пытающимся забеременеть. Порция клубники содержит 21 микрограмм фолиевой кислоты на ранних стадиях беременности. Она помогает в развитии головного мозга, спинного мозга и черепа плода. Кому же противопоказана клубника? Лицам, предрасположенным к аллергии, стоит воздержаться от употребления клубники. Не стоит использовать пюре из клубники для прикорма младенцев по причине возникновения аллергических реакций. Эти ягоды могут негативно отразиться на работе почек, если употреблять их с лекарствами от гипертонии. Мелкие семена плодов и органические кислоты, присутствующие в их составе, способны оказывать раздражающее воздействие на эпителий желудочно-кишечного тракта, поэтому следует отказаться от употребления лицам, страдающим гастритом, язвами двенадцатиперстной кишки или желудка, гастродуоденитом. Клубничный сок усиливает проявление подагрического болевого синдрома. Указанный напиток противопоказан людям, страдающим болезнями суставов. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!